это силы и желание что-то начать и осуществить, стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Это очень энергичные, деятельные люди, которым порой не удается совладать сильными эмоциями. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Им стоит не так рьяно бороться за власть и несколько умерять желание взять все и вся под свой контроль. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Способность хорошо овладеть языком в устной речи и на письме. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Им как воздух требуется впечатление, возможно застенчивость. Сильный характер, уверенность в себе и магнетизм, излучаемые владельцами этого имени, производят глубокое впечатление на окружающих. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.